老板刚刚经历了всем еще раз доброго вечерка. У нас последний матч в группе Romantics CC. Выход из группы. Кто-то из них поедет домой, а кто-то будет встречать Фоги в аэропорту с цветами и с красными труселями. Так, громковато у нас китайцы. Блин, что-то с плеером не то вообще. Почему под спайки-то? Конечно, пойду на варик фильм, куда я денусь. Нет, сейчас команд по ВК3 нету зарплатами. То есть есть пару игроков, которые где-то зарплату получают, но это больше как... Это не Тима, это просто кто-то подспонсирует. Там у Флая, что ли, есть, и у Инфи, кажется. Точно, я не уверен, там они писали в своих интервью, Флай, кажется, писал. Но это уже не команда. Команда подразумевает то, что у тебя в Тиме есть несколько игроков, и у вас эта организация полностью поддерживает. И... А так... 这个可能结局就不是这样了. Кстати, с первого дня можем видеть, что теперь игроки ставят цвета синий и красный для того, чтобы было удобнее зрителям смотреть. Вот в первом дне там игроки ставили абсолютно рандомные цвета. Кто-то фиолетовым играл, кто-то желтым. Ну а теперь красный с синеньким. Сикси прекрасно видит, что здесь крепится фастом лагерь, какой лагерь, шахта. Диспелит виспа. И Сикси сразу бежит сюда на харас. Вот он правильно делает, против такого и нужно так играть. Плюс еще второй висп подходит. Сейчас будет борьба за... Нет, борьбы за... Големчика нету, теряет виспа, снова диспелит. Получает инвол на 15 секунд. Убивает уже двух рабов. Второй левел архмага, пошел фокус конкретно по архмагу уже. Но Демон Хантер здесь могут поджать, нужно рабочего отводить. И Демон Хантер может вообще отсюда не уйти. Второй левел, правда, получает, будут ли миссы. Да, это миссы, и еще забирает Элема и уходит. Не смог поджать Романтик Демон Хантера. Неплохо разменялся, убил... Кажется, трех рабочих, может, я ошибаюсь, может, два. Сразу ответка, экспанд, очень быстрый. Перекупка. Ну, видим, что прекрасно на Амазонии всегда перекупают троллей. Эльфы уже не первый раз. Ну, хорошая опция перекупить наемников на халяву. Хуман так не может сделать, потому что ему придется тогда терять на этом футмена либо рабочего. Что-то там наша комментаторша закашлялась. Не очень хорошо. Но что поделаешь. Тремя рабочими только экспанс строят. Это плохо, надо еще рабочих подгонять. Так. Пассивненько пока играет CC. Ну, блин, я не знаю, что Романтик тремя рабочими экспанс строит, это очень долго. Нужно было сразу подогнать Т2 от CC. Экспант у него уже практически достроился свой. Он уже бараком даже передвинулся к шахте. Будет крипить. Эльф не теряет, потому что у него арча отстреливает и убегает. А футмена не стреляет, к сожалению, щитами. Поджимается здесь тролль.
Можно было архмагом разбудить крипов, чтобы загреть на барак, но уже не успеет. Моноберн хороший на 40. Минусует все-таки тролля, неплохо он там подфокусил, теряет на этом одного футмена. Еще футмена теряет. Архмаг почти третий уровень, у него полоска полностью забита экспой, но не хватает, наверное, пару экспы. Ха-ха-ха-ха пошел. Здесь вышка уже давно стоит, отгоняет демона. Здесь ловит приста, нужно его зафокусить. Можно и лема вызвать, но нужно попробовать дофокусить приста. Нет, он третий левел получает где-то в другом месте. И зафокусил приста. Демон Хантер забирает. Да блин, что за лаги-то, я не пойму. Вот даже вот эти секундные лаги бесят. И непонятно, с чем они связаны. Арчу убивает, здесь Шреддер. Шреддера, кстати, можно окружить. Сейчас окружает Шреддера. Ой, Шреддера нельзя терять, хихи. Нельзя терять Шреддера, очень важен. Но это минус Шреддер. Теперь будут проблемы с деревом, скорее всего, у CC. Хотя 500 дерева, нормально. Нет, не будет проблем с деревом, виспов у него достаточно. Демон Хантер с бутылкой маны. Т2 у романтика идет. Лесопилки у нее нет. Здесь нога вторым героем. Архмаг дирижабль перекупает. Пойдет разводить. Лорнис уже достраивается, строится гиппогрифница или талонница. Вообще очень странный выбор от CC взять нагу. Конечно, в идеале пандас лучше всего заходит. Гиганты строятся из лорниц, а не из талонниц. Можно еще нет, фериками не назвать. Ой, Вархмага. Блин, что с пайкой так стрим-то? Уже начинает напрягать. Ишь, не очень хорошо. Тут, кстати, качество вообще нельзя изменить, да, в этом плеере? Да, тут даже нет выбора качества. Здесь доступно только 720, судя по картинке. МКАТ, романтика. Напомню, что романтик на этой карте выиграл Муна. Гиппогриф уже вылетает, и нужно отсюда даже на ТП, по ходу дела, уходить, потому что, скорее всего, дирижабли собьют раньше. Да, нужно ТП делать. Или архмагом просто хочет убежать. Нет, там нага начинает замедлять героя и не уйти. Дирижабль спас, но дирижабль уже не нужен. Ой, архмаг телепортнулся. Просто L-классика телепорта. На эхо такое бывает, когда у вас просто герой почему-то за елки телепортируется, вообще за километр от экспанда. В клетку телепортнулся. Что-то Демон Хантер как-то слабо выглядит, девайсов у него просто сапоги и цирклетка.
Ну и что будет делать? Сиси, у него экспанд давно работает, Шреддер он, правда, потерял. Должен уже выход в Т3 быть с мишками, потому что где-то через минуты полторы-две Романтик будет нападать. Персоналочка, а Шот Аура выпадает. Ее лучше... Он ее, кажется, продает. Но она, в принципе, наверное, не самый лучший девайс для эльфа, потому что там в основном лимит из мишек. Дриад не так много, и на дриад не такой большой плюсовой дамаг идет. То есть там буквально два урона. Ну, я бы сам не стал продавать, потому что, скорее всего, не должно быть проблем с деньгами. Когда у тебя есть экспант и такие девайсы аурные, которые добавляют урон, лучше все-таки оставлять. Плюс там он берсерк есть, нога тоже... Плюс Демон Хантер 6 левела, на него Ашот Аура работает. Глаза выпадает. Сиси сейчас он будет контролировать карту. Карта очень маленькая, поэтому два глаза грамотно поставлены и контролируют всю карту. Сейчас, по ходу дела, крипджек будет. Да, очень неприятный крипджек для Хомана, потому что он еще не скопил достаточно юнитов. А он чисто футменами здесь крепится с героями. И какой девайс упадает? Упадает девайс на плюс один брони. Не очень хороший. Можно продать, но можно и оставить, учитывая большой лимит Хумана. И большое количество юнитов. Может, этот плюс один армора и зарешает. Нет, продает сразу. Покупает на эту банку и таурки. 65 лимита у Романтика. 59 у Сиси. Делаются грейды в кузнице, мы видим. Подкопил он здесь юнитов. Есть еще вверху крипинг. Рифлов подстраивает. Да, сейчас будет тайминговый выход от Хумана с попыткой пробрить. Соответственно, там будут и менты, и таурки построены. Ну, то есть, стандартная хуманская тайминговый выход. Есть инвул на МК на 15 секунд, а М4. Лимит у Хумана очень такой небоеспособный против панды, например, потому что даже спеллбрекеров еще нет у Хумана. Но с нагой нормально этот лимит будет. Опять какие-то таурки за километр. Чё-то как-то... Он типа хочет так сильно хит-н-ранить. Ну фиг знает. Прямо стиль какой-то, как у Юмика. Романтик играет. То есть таурки за километр. Пошел на лом, сразу болт ДХ остужает, но манаберн пропускает МК. И МК становится просто жирным футменом, у которого нету маны. Да, все, МК просто это второй левел герой, который башит иногда. Менты подбегают, но очень хорошо Сикси здесь врывается, сразу минусует таурки. По МК фокус, но у нее есть инвол большой банка ХП, так что не нужно переживать за его жизнь. Демон Хантер тоже принимают. А что Демон Хантер там не отступает? Демон Хантер стафует. Неплохая стенка из медведей. Шреддер еще есть на персоналке. Возвращается Демон Хантер в биту с фуловой. Нага получает третий уровень. И Хумана отступает. Хумана маловато. Да что же за спайки-то такие? Шреддер минус. Минус один Михаил. Блин, ну невозможно смотреть. Ну что за плеер такой? Причем в битве лагает. Такое ощущение, что у них лагает. И передается картинка такая. Потому что до битвы-то не лагало. Очень странно. Очень все битое у Хумана здесь. Как-то Сикси легко разбирает Хумана. Не, вообще ничего не может Хуман сделать. Просто развалился, спеллбрейкеров нету, инвул на МК. Вархмага пошел фокус и ТП. Это good game. Потому что Хуман просто развалился. Эльф великолепно разменялся, потерял малое количество мишек. Как-то вообще дешево. Просто взял и отбился. Странно очень. Даже, по-моему, не напрягался к Сикси. Он, по сути, ворвался демоном, демон впитал дамаг, его просто стафнули, он вернулся с фуловой, и все. Четыре глаза, кстати, у Наги есть. Она не ставит. Ну, четырьмя глазами можно вообще всю карту видеть. То есть с мобхаком играть.
Сина тебе. Ну, что-то игра это не впечатляет. С Муном, конечно, катки были поинтересней. Здесь как-то Кси-Кси просто очень легко играет. Хуман ничего не может сделать, и уже 63 лимита. Ну, блин, тут 6 пулбрейкеров, 2 кастера. Мортир даже нету. Одна мортирка, еще пару кастеров подходит. И Нагу уже почти 5 уровня. 看到你在练级，好怂了。把最大的一个勾出来是可以打的，回头一轮就拍死了。对的，而且你注意一下，娜迦拿了无数的经验，四级快五。你别说，他要不这场再来一次龙卷风？对啊，你要是再来个大龙卷，确实也是黄金联赛第一人，第一次使用两次两个大龙卷的选手。嗯，上个赛季我们是没有见到大龙卷。 Печально все, романтика. Грейда у него 1-0. Короче, мне кажется, романтик против эльфов не очень играет. То есть, опять же, если бы я бы играл, у меня бы 2-2 грейда на спеллбрейкерах были. Это как минимум. А он как-то один грейд на атаку сделал, ну и типа хватит. А брякеры такие юниты, которым нужны 2-2 грейда против эльфа, иначе мишки их просто раскладывают. Вот он второй грейд на мортир делает. Но тут на мортир не так важны грейды, нужны грейды на брякеров конкретно. В общем, не до конца еще допилен у романтика матча против эльфа. Особенно вот такой стандартный, где Демон Хантер. 如果打能打赢，但是打不赢怎么办？有的时候就是不要考虑怎么办。Ну, кажется, уже CC запарился ждать, сам наламывается на эльфа, на Хумана. Сразу моноберн МК пропускает. Два фейри драгона в позиции, великолепные там форкиты улетают. Минус какое-то количество кастеров. Иллюзия на демон хантера. Еще моноберн, МК просто ничего не делает. Жирный футмен. Ну и, по-моему, легко здесь CC забревает. Большое количество у него мишек, даже там половина мишек здания бьют, ну, не парится. Фейри Драгон один, просто посмотрите, что с кастерами делает. И Вархмага фокус, Архмага 150 моноберн забревает. Блин, романтик... Я бы не хотел, чтобы романтик вылетал, потому что хуманов не так много на турнире. И хочется, чтобы побольше хуманов было. Я все-таки буду болеть за романтика. Это 1-0. Что, блин, романтик после поражения Муну расклеился. Так, сколько хуманов на турнире? Раз, два, три, четыре хумана на турнире. Не очень много. И надо, чтобы они все вышли из группы, чтобы интереснее было смотреть. Романтику нужно собраться и две катки собрать. Фоги болеет против романтика, потому что не хочет с ним встретиться на лане. Ну ты чё, Фоги, он же тебе цветы подарит, букетик. Букет цветов от романтика, что может быть лучше? Романтик будет тебя ждать в фан-зоне. Ой. Сейчас я найду скрин, у меня где-то скрин есть прикольный. Фоги уже давно мечтал о романтике. Где тут? Мне кажется, Фоги до этого что-то знал. Your workers could potentially fall asleep, or you could be assaulted by an invisible army. Every week, we'll combine several of these mutators and present a mutator challenge. Let's take a look at two of these challenges. The first takes place on Oblivion Express. You'll still have to stop trains from escaping as before, but the undead have risen, and waves of infested will constantly test your base defenses. Pure darkness has replaced the fog of war, making it even easier for enemies to sneak up on you. Finally, whenever you take down an enemy, infested units will rise up in its place. The more health the unit had, the more creatures will spawn.
The second challenge we're looking at takes place on lock and load, and is all about speed. Enemy units move twice as fast, giving you even less time to react as they take over map objectives. They'll use time warp against your army, slowing your movement and attack speed. Additionally, что там нам показывают, какие новые юниты в Старкрафте? Очень интересно. The second addition to co-op missions is mastery levels. All experience you earn on a maxed out commander will go towards gaining up to 90 mastery levels. Each mastery level grants you a point, which can be spent to strengthen units and abilities across all commanders. Там еще турнир 2 на 2 какой-то, что ли? Что-то я не пойму. Блин, сколько сообщений, я что-то теряюсь. Ладно, потом посмотрю. Так вот, о чем я? Фоги, давай это. Не уходи. Нам, варкрафтерам, надо держаться вместе. Since time immemorial, Azeroth has been guided by the Dragonflights. Each granted a sacred task to preserve a fundamental aspect of the world. Gronormu, or Chromie to her friends, may appear to be a friendly yet distracted gnome, but in truth, she is a bronze dragon and an ardent defender of time. Now her charge to preserve history has brought her into the conflux of time and space, known only as the Nexus. Despite Chromie's size, she's a force to be reckoned with, and her grand debut in the Nexus is just a matter of time. Ты картинку скинуть обещал? А, да, есть где-то картинка, ща. Ща найду. Картинка провокационная для Фоги, но раз уж такая тема пошла. Мне кажется, Фоги что-то знал. Фоги что-то знал. То, что ему предложат. Че нам тут опять ролики показывает? Не, вообще вы мне зря эту тему с романтиком сказали. Я же теперь троллить Фоги буду до конца турнира. Нет, Фоги в Китай едет 20-го, по-моему, он говорил. Короче, Фоги еще завтра будет играть этот короля королей турнирчик. Завтра будет турнир от Явса вечером. Будет защищать корону. I want to sleep with you. Не, если он такое написал, то ну, это не значит, что он с ним хочет спать. Он просто с ним хочет рядом лечь, и они на одной кроватке, чтобы спали. Не, вообще я за романтика болею, потому что он хуман, и мне интереснее будет смотреть турнир, если будет больше хуманов. Вот.
Сколько в Китае часов лететь, смотря откуда. До Шанхая с Москвы 9.20, что ли, что-то такое. Сивожу, что-то там какие-то старые темы поднимаю. Ну ладно, я не знаю. Романтик Юмика ревнует. Блин, я бы еще успел катку на Амали Роге сыграть. Ладно, я успею. Да, это первый киберспортивный. А, не, они вернулись, так что не успею катку сыграть.这盘娜迦其实我觉得娜迦的表现是非常的出彩。好的，这是我们看到选的支持率是依旧不会看好33%，周期的是67%，大概是平就是就一个有三个人当中有两个人支持周期吧，对吧？对。那么这样的话，周期他有被大家看好，也是现在我觉得暗夜精灵选手的人气确实都比较高，然后确实现在周期之前第一盘打得很好。对，я не параллельно в CS играю, просто иногда там в перерыве играю. Какой ранг? Да у меня там 11-й ранг сейчас. Я же стримил CS, когда я пытался легенду взять на первом ранге за агро шамана в прошлом сезоне. А сейчас я решил собрать все колоды более-менее топовые и попробовать на них поиграть и посмотреть вообще на игру. Ну вот, я там собрал всем Мали Рогу, хотя она у меня была еще до этого. Фриз Мага, там Темпо Мага. Еще там пару колод, на что хватает. Привет, Талон. Нет, я не взял легенду тогда. Я стримил, когда я пытался легенду взять за агро шумана. Мне одной звездочки не хватило до легенды. Обидно. Нет, я в ХС не вливаю деньги. Так, эхо карты следующая. Романтик, соберись, давай. Нам нужны хуманы. Так, пошла каточка. Сразу два виспа идут. Это будет герой с таверны. Или нет? Нет, это просто алтарь какой-то странный очень. Странный алтарь от Сиси. Фаст разведочка от Романтика. Карта Эхо. На Эхо Варденко тащит. Но Романтик вроде неплохо здесь должен играть. Посмотрим, будет ли от Сиси Варденко. Так,
Разведочка от Романтик. Кстати, увидев такой Мунвелл, можно подумать, что алтарь поздний, но я думаю, он сейчас вниз рабочего отправит и чекнет. А, нет, он видит алтарь прекрасно. И какой герой? Демон Хантер. Ну, Демон Хантер. А здесь МК! Походу дела CC и Мун, они что-то знают про Романтика и постоянно угадывают героев. То есть на ТС Мун не сделал Варденку, а сделал Демон Хантер и угадал против МК как раз. Хоть там и МК вначале очень сильно убивал всего, но в итоге Мун затащил. И здесь тоже будет МК на Демон Хантера на другой немножко карте. Ну, посмотрим. 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 另外大法师为什么还是不鸟这个AC啊？对，这个大法师。 Так, пошел. Здесь не кинул на Арчу и ЛС. МК крепит оранжевую точку. Не стал лагерь наемников сразу крепить. Так, ну нам нужно посмотреть на лагерь наемников, что там происходит. Там самые главные баталии. Потому что здесь могут как бараком добиваться кобальты, так и футмен, если на разведке прибежал, мог бы добить кого-нибудь. Но футмен очень поздний прибегает, и здесь он не успеет никого добить. Попытка, конечно, будет, наверное. Нет, ну CC не рискует, он просто отгоняет футмена. Какой девайс выпадает? Амулет энергии. Ох, как он, наверное, сейчас жалеет, что Варден не играл. Это то же самое, когда вы Архмагом играете, вам амулет энергии падает, и вы такие думаете, блин, надо было МК заказывать. Потому что амулет энергии, что для Варден, что для МК, это просто убийственный девайс. Плюс два болта. Очень много урона получил МК здесь на крипинге, но это нормально. Печенька на ХП выпала. Ну так себе девайс. Ха-ха строится от CC. И сразу экспанс закладывает. Даже не сейвовый, он просто закладывает его с... рядом с шахтой. Очень агрессивный плей сейчас от CC. МК почти третий уровень. Очень долго на самом деле крипился из-за того, что верхнюю точку крипил Романтик. Здесь демон-то уже третьего с персоналкой с сапогами. И третий демон Хантер с томоноберной очень неприятный. Ну, МК тоже третий уровень получает. Так, Демон Хантер снизу подбегает. Будет ли болт кидаться? Нет, пока что Демон Хантер не подбегает. Ждет он своих наемников. Вот он сейчас палится. Так. Зачем болт кидает? Блин, 75 маны потратил. Этот болт второго уровня, конечно, урон нанес, но тратить ману, когда ты не будешь окружать, не очень выгодно, потому что у МК пока что негде регенить ману, и плюс... Моноберны на 100 могут влетать. Ну и демон просто за счет приста сейчас отхилил этот урон. Ой, как грамотно CC бежит. Но здесь футмен палит. Футмен палит, нужно возвращаться. Какая-то вышка непонятная, очень далеко строится. И здесь CC на халяву нарезает рабов. Блин, это очень печально. Ой, пошел в экспант тыкать. Минус экспант. Блин, ну как же так, ну... Романтик, соберись. В демона фокус пошел, окружается демон. Не окружается демон, ему наберт сейчас на сотку. Ну, блин, господи. Хуманы, тащите, родненькие. Романтик, тащи. Тебя же там Фогич ждет. Мужики.
Блин, очень все плохо. Здесь уже экспанд готов. Нету болта. Ой, поджимает! Ну, ну куда ты? Поджимай, поджимай его! Блин. Ну все это трагедия для Хумана. Очень все печально, так он никого и не поджал. Там тролля кое-как спас. Ладно, не будем списывать с романтик со счетов, но ситуация, конечно, крайне. И даст-то нету еще. Я просто очень болею за Хуманов. И не люблю эльфов. Ну это печаль. МК, конечно, жирный футмен здесь бегает, нарезает с когтями. Убивает тролля, но футменов много. Футменов много, можно пытаться, но Хантресс очень хорошо сражается с футменами за счет чакрамов. Постоянно дамагует их. Хантресс имеет большой запас здоровья. И разменивается ими только в путь против футменов. Блин, так хорошо романтик с Муном играл. Ну не то чтобы хорошо, но игры были очень потные, а с Ксикси какая-то отдача. То есть уже вторая игра смотрится очень плохо. И Демон Хантер полностью законтрил МК. Болтов вообще мы не видим. Перекупаются тролли здесь дополнительные. Минусуется ферма, берется панда, и у Ксикси все великолепно. Экспанд добывает, экономика великолепная. 400 голды, 500 леса. МК снова нелепые болты откидывает, которые ничего не делают, просто 150 хитпоинтов сняла у панды. Мана Бёрн снова пропускает на 74. Попытка с поносным големом зафокусить дем, но это бесполезно, болта-то нету. Арчу-то добей, который там на 5 хп бегает. Ну, демона там что-то башут, да не добашут, мне кажется. МК чисто в соло пошел рубить. Там должен где-то Мунвелл, наверное, быть. Или нету Мунвелла. Ну, что-то демона очень жирно танкует. Слоу спадает. Протектор стоит. Протектор это, видимо, от какой-то, не знаю, возможной ранней агрессии от Хумана. Минус поносный големчик. Ну здесь уже Т3 лорница достраивается, и я не знаю. Это минус Хуман. Ему тут надо что-то нереальное будет сделать, чтобы выиграть в этой катке. Куча голды, конечно, у него. Но вот когда эльф на этой карте так легко ставит экспанд, крипит точки, выходит Т3 спокойно, здесь его крайне тяжело убить. Особенно с первым МК, то есть не будет нормального Близзарда, ауры. Ну, снова болты в демона откидываются. Инвул даже тратит CC, чтобы законтрить моноберном МК. Все правильно делает, тут 150 голды, размен на... Хотя банку маны выпивает и... Нет, свиток тратит. Хотя баш проходит. Да все это все. Там, по-моему, второй свиток даже CC прочитал.
这个时候就是你会觉得啊，用群谱很亏什么，但是现在人家两块没爆五十的情况下，买两张群谱吃了，真的也跟喝水差不多。算一下价钱的话，两张群补500块钱，别人一本 TP 还350块钱呢，你不算这些步兵。而且你看现在周期器还有1000块钱，他现在缺的是木，钱真的不缺。我觉得就是说开矿这么早的，不管是任何种族吧，在不满50人口的情况下，钱真的一点都不缺。哇，这个 ой，принимает здесь МК， 但это провал, ребят。Я уже не верю в победу Хомана никак. У него даже вышек нет, его сейчас просто там придут и медведями пробреют. Да, уже апгрейд на мишек. Я думаю, CC не будет особо агрессивничать. Он просто сейчас заберет все ключевые точки и будет ждать романтика на своей базе. 50 人口. Это последний матч на сегодня, ребят. 48. То есть последний решающий игры, кто выйдет из группы А вторым номером. Мун, напомню, вышел из группы сегодня. И завтра стартует группа Б, в которой есть Юмика, WFZ, что ли, еще там есть. Ну, еще кто-то. Вот, завтра будет тоже интересная игра. Но, правда, всего лишь две. Панда третья. О, просветочка на Демон Хантера, кстати. Демон Хантер спалился. Когда в качалку, ну сейчас пойду после стрима. Надо еще покушать будет. 65 лимита, 69 уже у CC. Архмаг вторым героем для Аура и Близзарда. Четвертый Маутин Кинг. Блин, что-то у нас все продолжает, бывает спайки на стриме. Надеюсь, завтра не будет такого. Сейчас единственная ситуация, как романтик может затащить, это накопив лимит, встать рядом с магазином и построить там таурки. Если там отдефаешь эти таурки, потом уже как-то от них сражаться. По-другому здесь флоп не затащить, только за счет таурок и перекупки постоянно свитков, стоя на магазине. Здесь ману все высосали у МК. Нет, я еще не буду играть вечером. На этой неделе, по сути, только в стриме. Потому что каждый день придется стримить в час дня по 2-3 матча с большими перерывами. А это, по сути, часа 3-4 стриминга. Вот сегодня уже 4 часа стримим. А всего 3 матча играют. То есть, по идее, если они без перерыва бы играли, то... О, кстати, там паладин. В Т3 вышел романтика, это интересно. Т3 юнит это неплохо сражаются. Потому что и кони неплохо стоят, и мортиры с картечью. Но проблема в том, что если CC сейчас выйдет в химер, то будет посос. Кидается болт в иллюзию зачем-то. Забирается последняя точка на этой карте. Хотя нет, еще есть зеленая и оранжевая на стороне CC. Но сейчас очень важно, если CC пойдет в химер, то он затащит точно. А так, есть какие-то шансы у романтика? Тут иллюзий много, он купил что ли их? Перекупил один свиток. Нет, не идет в химер.
Слушайте, а это ошибка от Сикси. Чисто оставаться на мишка-дрядах, фериках. Химеры тут нужны, учитывая ситуацию. Рич бы уже точно настроил химер. Да и Лавлет, я думаю, химер бы настроил. Да и Ремайнд. Фоги бы не настроил, Фоги бы продолжал медведи строить. Короче, тут химера летащит. Вот в такой ситуации, когда эльф просто уже всю карту закрепил и сидит, ждет. Либо грифница, ой, ястреба добавляется, короче, две грифоницы. Возможно, это грифоны будут с двух бараков. Так, заходит на мейн, здесь всего одна таурка. Сейчас минус рабы все будут, три джуф на демона, чтобы под тауркой сражался, минус арканица. Жалко рабов на шахте. Ну и сейчас будет какой-то замес. Мортира с картечью. Так, сколько там лимита вообще? МК кидает болт. Ой, как там хорошо феррики сели, прямо под кастера всех нельзя вообще сейчас кастовать. Вертолетов нету, почему вертолетов не построил? Вертолеты нужны, чтобы этих фериков сбивать, иначе они сейчас всех кастеров контролят. МК там вообще уже лоловый. Кое-как отбежал, нужно уже свитки читать. Ой, и паладин без маны. Ну и просто наламывается хихи и расконтраливает, потому что фейри драгоны... Ну посмотрите, что фейри драгоны сделали с кастерами. И панда задышала, панда уже 5-го уровня. Ой, жалко мне романтика, но жалко у пчелки в том самом месте. Просто на мейн наламывается хихи, даже не парится. У него 1800 голды. Под Близзардом там даже отдается. Пошел фокус в Архмага. Вообще на пофиг заломился тут. Уже который раз сегодня видим, как Архмаг умирает от моноберна на 100-150. Ладно, ребят, я в трауре. Хуман не вышел из группы, выходит два эльфа. Мне кажется, романтик немножко перегорел после игр с Муном. Были катки тяжелые, он должен был тащить Муна. И в итоге с Ксикси вообще игры просто получились в одну калитку. Там донат? Какой донат? Где? У меня ничего не пишет про донат. А, да, Бьянконери закинул пятихаточку. А почему мне не написалось в этом? Спасибо за пятихаточку. На курочку с протеинчиком. А почему мне не написалось? Может, какие-то глюки с этим? У меня вроде все включено с донатом. Спасибо, Бьянконери. Почему-то не прочитал это голосовое сообщение. Хотя у меня включено все. Включить озвучено. Поддержка канала премиум. Странно. Ну и все, на сегодня катки закончены. Писалось в чате, но у меня не продублировалось почему-то. Ну, закинь еще раз пятихаточку. Я думаю, закинешь второй раз и прочитается. Итак, группа А у нас закончена. Выходит у нас романтик. Ой, смысл романтик. Так, нам тут не обновили, сейчас попробую обновить. Сайт очень сильно почему-то лагает. Ладно, короче, не грузит сайт. Вышел из группы Moon и Шиши.
Или CC, называйте как хотите. Вот, не грузится что-то. Сайт. Соответственно, завтра будет... Давайте лучше на Goodgame покажу тогда. Потому что сайт не грузит что-то. Завтра будет группа B. Fly Yumika, WZ с Виллой. Вот. Не знаю, какие пары будут, но завтра будет два матча. Скорее всего, что-нибудь вроде Fly с Виллой, Yumika с WFZ. Как-то так, наверное. Вот. Два матча завтра будет, и один матч 2 на 2. Посмотрим. Вот. Да, что-то сайт вообще упал. У меня, по крайней мере. Все, всем спасибо, всем до завтра.